Информацию о заявлениях на перевыпуск сертификата электронной подписи. Да, все достоверно. Проверка данных завершена. Все. Запросить. Запросить. Нажимаем. Будет проведена проверка носителя ключевой информации на его соответствие предъявленному требованию, но также отгенерирована ключевая информация, которая будет записана на ваш носитель. После успешной проверки необходимо подписать и отправить запрос на изготовление сертификата ЭП. Важно, для записи ключей ЭП на ключевом носителе должно быть не менее 8 килобайт свободного места. Так, ну больше нет, только кнопочка «Сформировать». Перед запуском мастера изготовления сертификата убедитесь, что подключен только один носитель, и объем его свободной памяти составляет не менее 8 килобайт. Ну, должно быть написано, что там 32 записи можно сделать, значит, там должно быть свободное место на сайте только для того же носителя. Да. Левее. И что, перемещайте случайной последовательности. Что-то какая-то. Мышкой дергаем. Формируются какие-то там циферки. BioDSC. Что за BioDSC? Писать и отправить. Тут других кнопок нет. Отправлено. Жмем ОК. И что дальше? Запрос на изготовление сертификата находится в процессе. Обновить статус. Что значит обновить статус? Выпустить, наверное. Других кнопок нет. Так, отозвать ранее выданный сорт, отозвать. Посмотреть. Отписать и отправить. Вот интересно, с кем я общаюсь, с машиной
Я ей посылаю запросы, она отвечает, они как-то автоматически. Все, старый сертификат отозван. Установить сертификат на носитель ключевой информации. Продолжить. На носитель вы будете перенаправлены на страницу авторизации в личном кабинете или отображение работы. Перезагрузить браузер, очистить SSL кэш браузера, войти в личный кабинет с новым сертификатом. Вот на самом деле у меня тут два сертификата. Старый, который еще будет действителен до 9 мая. И новый, который будет действителен до 2 августа. Но я выбираю вот этот сертификат.